образ советского грузина, созданный советским кинематографом, уже не актуален в Грузии. Это старый образ некого такого гивик в аэродроме с гвоздикой в руке, который приезжал в Москву или другие российские города и уходил в загулы. Нынешнее Тбилиси совершенно другое. Я сегодня вам расскажу о современном Тбилиси. А это шуточная история с кепкой, как бы начало нашей передачи. А как их делают эти аэродромы, я вам сейчас расскажу. Это единственная мастерская в Тбилиси, где еще шьют такие кепки, которые привыкли называть аэродромами. И дядя Лёва Чухолян – единственный мастер в Тбилиси. Дядя Лёва, скажите, а сколько за свою жизнь вы шили? Тысячи, наверное, 4-5, 50 тысяч даже, можно сказать. Потому что было время, когда день 15-10 штук шил. Вот с 60-го года шью, уже 52 года. Когда это стало популярно? Вот именно такая форма. Популярно это стало где-то в 70-х годах. Ага. Да, вот в 70-м начали. И вы, наверное, каждый день шили их помного. Да, очень много приходилось шить. И другим учил шить, которые сейчас некоторые уехали, некоторые скончались. Старых мастеров уже нету. А новые хотят учиться, нет? Пока что нету желающих, чтобы взяться и учиться, понимаете? Хотя сейчас современная работа, а это считается уже второстепенная работа и нету так желающих. Спасибо большое, спасибо. Ну вот вы убедились, что аэродром уже не популярный. В любом городе, где есть вода, река или море, всегда есть рыбаки. Я очень люблю Стамбул, когда видишь, как рыбаки ловят в Босфорском проливе рыбу и тут же ее готовят. Тбилиси тоже не исключение. Река Мтквари. Я напомню о том, что настоящее название грузинское этой реки – это Мтквари, а Кура – это турецкое название, но оно тоже прижилось, и в Тбилиси многие говорят «Кура». И здесь собираются рыбаки, когда настоящий клев, рыба идет к рыбакам, когда почти все набережные заполнены рыбаками. Но сейчас мы на Метекском мосту, который соединяет Калаубани и Авлабари. И тут тоже рыбаки. Ловится? По чуть-чуть. А какая рыба? Рыба в данный момент хромуля идет. Когда обычно сезон? Весной? Да. Вот весной начинается и до конца осени. Всегда была такая чистая река для того, чтобы рыба жила и вы могли бы ее ловить? Да. Всегда? Да, всегда. Сейчас в данный момент вообще Кура очень грязная, потому что в деревнях сейчас снег тает и она помутнела, можно так сказать. А вообще намного чистее воды. И вода еще должна подняться. Да. А я сейчас у него спрошу фамилию. Он грузин. Фамилия? Иванов. Иванов. У нас в Грузии такие бывают грузины, и очень много. Так, я тоже люблю рыбачить. Я люблю сидеть на берегу реки или озера и так с поплавочком для настроения. А покажете рыбу? Конечно. Можно садок поднять? Сейчас мы покажем вам рыбу, которую ловят здесь, в Тваре. Ну, пожалуйста. Вот это и есть крамуля? Да, это и есть. Но это не хищная рыба? Нет. Что лучше, жарить или варить? Варить. Кослявая? Да. Тогда лучше варить. Здесь конечно. Еще водится сибирский усач, но очень редко сюда. Вкусно. Ну что, поедем дальше. Вот так. Это наши туристы из Ирана. После того, как между Ираном и Грузией был установлен безвизовый режим, то стали приезжать очень много иранцев.
В 18 веке в Тбилиси приехал французский путешественник и коммерсант Жан Шарден. Вот здесь написано, что эта улица, которая когда-то была торговой улицей Тбилиси, теперь носит его имя. Как и в любом другом современном городе, есть места, где по вечерам собираются люди для того, чтобы выпить кофе, выпить вино, встретить друзей, посплетничать. Но в Тбилиси есть много таких мест. Одно из таких мест – это улица Шардени. Здесь летом очень красиво, здесь очень много людей, очень много живой музыки. Ну, сейчас только весна, поэтому я встретил только здесь Кэти Габиани. Она искусствовед и мой друг. Вообще, что такое Шардени для тбилисца? Я был когда, наверное, лет 10 назад, в 2002 году, эта улица только реставрировалась в очередной раз. Здесь предполагалось, что на первых этажах будут художники, студии, какие-то салоны. Потом оказалось, что у художников не так много денег, чтобы платить за аренду. И тут появилось очень много кафе, ресторанов, здесь собирается очень много людей. Что значит Шардени для тбилисца? Шардени, во-первых, это очень красивое место. Потом здесь место отдыха, где можно встретить фактически, если не всех, то многих своих друзей. Ну, конечно, это не каждый вечер происходит, потому что люди работают. То есть не обязательно звонить по телефону, просто прийти сюда. И можно прийти и просто встретиться с друзьями. А что касается художников, то, знаете, очень хорошее решение, само собой это произошло, что в этих кафе очень много работ, которые выставляют художники. Так что им не нужно за это платить большую аренду. Они могут продавать, потому что сюда приходит очень много людей, много гостей с разных стран. И они прекрасно продают свои работы, так что все довольны. Да, но место не дешевое. Место не дешевое, и поэтому тоже, здесь собирается, ну, цвет грузинского тбилисского общества. Да, можно сказать так. И обсуждают события, которые произошли в Тбилиси. Сплетни всякие, ищут невест, ищут женихов. О, кофе. Так и есть. Спасибо. Ладно. И как это происходит? Ну, когда как, раз на раз ведь не приходится. Это происходит, вы знаете, та непринужденность, которая есть в этом месте, которая есть в Тбилиси, она фактически во всех местах, во всех домах. А здесь это особенно, потому что много свободных, хорошо выглядящих, успешных людей встречаются. И никогда здесь не бывает каких-то... Я очень много лет здесь бываю, и каких-то конфликтов или каких-то недоразумений. Обычно все дружелюбны друг к другу, так что в этой ситуации намного легче общаться с будущими женихами, Катя, можешь... невестами, да. И так далее. Можешь вспомнить и сравнить, ну, что происходило, по крайней мере, те 10 лет назад, когда Тбилиси выглядел как город, практически разоренный врагом? Я бы не сказала, что это был даже не город, это было что-то подобие какого-то сборища людей, которые пытаются сохранить остатки цивилизации, которые тогда... Это был просто кошмар, я даже вспомнить, мне это страшно. Там выйти вечером и посидеть в кафе, это было, я вам скажу, просто невозможно, исходя из того, что криминальные какие-то страшные люди, которые ходили... Ну, это был ужас. Ничего подобного тогда себе даже представить никто не мог, что вот вечером я могу, например, могу свою 18-летнюю дочь отпустить вечером сюда или в какое-то другое место и не беспокоиться о том, что что-то с ней произойдет. Я даже, она заказывает такси, сама приезжает домой, так что я могу быть спокойна совершенно. Это то, что лично я себе представить не могла. Ой, точно не могла, лет 10 назад, это просто было... И, исходя из этого, очень многие тогда пытались уехать из страны, очень много, да, моих друзей уехали. Они сейчас пытаются как-то вернуться и часто сюда уже приезжают, все такие счастливые, потому что это наш
Правда, да, очень любимый город, и оставлять его только из-за того, что здесь какие-то бандиты и какой-то страшный криминал. Все, то, что здесь происходило, это было очень обидно. Сейчас, ну а теперь, слава богу, теперь мы сюда приходим. Конечно. Ищем невесты, кто-то женихов. Здесь огромное количество туристов, и пока мы шли сюда, чтобы встретиться, увидели иранских туристов. Очень много. То есть Тбилиси, на самом деле, современный Тбилиси стал привлекать людей. Конечно. Это красивый город, здесь очень вкусная еда, здесь добрые, теплые люди, здесь все улыбаются, никто не... в смысле того, что вот такого чувства, когда ко мне тоже приезжают, да, друзья со границы, такого чувства, что ты в каком-то чужом городе, ты чужой человек, такого чувства здесь нет. А скажи мне, пожалуйста, может быть и хорошо, что в Тбилиси нет небоскребов, нет каких-то монстроподобных зданий в стекле, в бетоне, в огромном количестве. Может быть, хорошо, что Тбилиси пытается сохранить вот эту старину, отреставрировать ее, чтобы она выглядела хорошо и чтобы она была привлекательна для туристов. Ну да, конечно, конечно. И сохранить этот грузинский запах. Запах и вкус. Кофе, вкусной еды и красивых женщин. Okay. Вот мы поговорили с Кетой Габиани. Конечно, в Тбилиси, как в любом другом современном городе, есть много магазинов. Ну, как всегда, бутики, какие-то фирмы. Но в Тбилиси можно купить национальную одежду. Вот этот один из магазинов, где можно купить и мужскую национальную одежду, и женскую. Чоха – это символ грузинской культуры. И надо сказать, что чоху одевали не только даже, когда в 19 веке здесь появилась европейская культура, и женщины могли одевать кринолин, мужчины одевать какие-то современные костюмы. Очень многие представители грузинского дворянства все-таки одевали чоху. Надо сказать, что чоха даже перешла в русскую армию, и многие русские офицеры носили чоху для того, чтобы подчеркнуть не только свой статус, но и сделать свою фигуру красивой. Конечно, я одену только чоху. А на самом деле полный костюм – это такой комплект. Должны быть, соответственно, сапоги. И чоха должна быть украшена поясом, кинжалом. Ну вот, видите, как моя фигура сразу изменилась. Я не могу понять, в чем секрет, потому что это просто мягкая ткань. Но эта чоха сшита таким образом, что фигура просто преобразуется. Ты становишься стройным, благородным, настоящим рыцарем. Вот так. Идем дальше. Поехали! Вот такая штука Segway. Туристы прилетают сюда на самолетах, приезжают на автобусах, а внутри Тбилиси они могут кататься на Segway. Я раскрашу тело тебе в самый свой любимый цвет. Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд. Говорить об этой улице можно долго, об ее истории, но лучше говорить с людьми, которые или живут здесь, или сюда часто приходят для того, чтобы погулять по этой улице. Я пригласил своего друга. Вы ее прекрасно знаете. Пока она не слышит, я скажу, что это вот та самая оранжевая девочка. Зовут ее Ирма Салтадзе. Здравствуй, дорогая. Как поживаешь? Ничего, а ты как? Замечательно. Ирма, я пытаюсь рассказать об этой улице, о том, что она была раньше для тбилисцев,
Но, наверное, лучше всего сейчас, после того, как ее отреставрировали, когда да, она приняла вид, ну, примерно такой же, какой она выглядела где-то в середине 19-го, в конце 19 века. А машина Дели отреставрирована. Так здорово! Ну, что правда, то правда. Это красота неимоверная. Я вообще очень с опаской отношусь всегда, когда что-то новое строится вот в старом. Знаешь, это как что-то вклинивается, что-то... И всегда это, ну, для каждого коренного туриста меня тоже это очень коробит часто. А то, что здесь все первозданное такое, знаешь, аутентичное, если можно сказать, об архитектуре. Да, даже вот это стекло в здании, оно не очень выделяет. Абсолютно, абсолютно все. Единственное, вначале, вот то, что обрели улицу и сняли все эти деревья, меня немного тоже как-то смутило. Но потом я к этому привыкла, особенно когда ночью проезжаешь. Жалко, что мы с тобой днем встретились, они. Но мы покажем еще ночной бизнес. Да, при ночном освещении, потому что это как декорация какого-то дивного фильма такого, знаешь, очень дорогого, хорошего. Ну, фасад потрясающий. Знаешь, я хочу тебя спросить вот о чем. У Тбилиси написано огромное количество песен. Да. Но это о том Тбилиси. Ну, Тбилиси, вот о том Тбилиси, который выглядел примерно так. А современном Тбилиси нет же песен. Почему нет? Есть, пишут. Слава Богу, пишут. И о Грузии появляются новые песни. Какие лучшие? Ну, старые лучше, не только песни. Знаешь, многое тогда было более искренно. Я не знаю, чем, с чем это было связано, но, во всяком случае, песни явно тогда писались лучше. Эта улица начинается в середине 19 века. Она вначале называлась Михайловская, а потом в советское время, какое-то короткое время, называлась имени Берия, а потом Плеханова. И сейчас эта улица носит имя грузинского царя Давида Агмишеменебели. Это тот царь, которого называют еще строителем. Хотя мне кажется, что лучше называть ту деятельность, которую проводил этот царь, это, скорее всего, созидатель. Так вот, эта улица начиналась с середины 19 века, и в 19 веке она называлась в основном немецкой слободой, потому что здесь жили немецкие колонисты, и они жили на окраине деревни Кукия, которая стала частью этой улицы. Улица была очень известная здесь. Были построены самые лучшие кинотеатры в Тбилиси. Лира, Аполло, Сатурн. Тут была очень оживленная жизнь. И примерно 2-3 года назад эту улицу начали наконец реставрировать. На реставрацию было потрачено более 30 миллионов долларов. И за этот срок, довольно короткое время, было отремонтировано или отреставрировано более 100 зданий. Знакомство с современным Тбилиси невозможно без музыки. Вообще Тбилиси, как и вся Грузия, очень музыкальный город. Здесь много ресторанов, кафе, клубов, где играют живую музыку. Причем играют не только известные музыканты, но у нас даже есть министр охраны окружающей среды, который играет на своем любимом ударном инструменте. Я пригласил сегодня на встречу очень известного в Тбилиси и вообще во всей Грузии музыканта и композитора Рому Цхиладзе. Наверняка помните тот фильм, который был снят Евгением Гинзбургом в 1986 году. Такая веселая музыкальная комедия на музыку Александра Басилая «У баргонавтах». Так вот, Рому Цхиладзе нас ждет в этом ресторанчике. Мы сейчас с ним познакомимся. Ромочка, привет. Ты меня остановил. Да. Его в Тбилиси все знают, и не только в Тбилиси, во всей Грузии знают по прозвищу Спило, слон. Поэтому у него там на галстуке слон. Да, да. Ром, объясни мне, пожалуйста, такую очень необычную
может быть, ситуацию, когда люди приезжают в Тбилиси, куда бы они ни приходили вечером в рестораны или даже в какие-то клубы, везде играют живую музыку и больше всего джаз. Да. Джаз и Тбилиси. Когда это все началось? Это одно целое. Это было всегда. Вообще, я знаю, вот есть вот такая есть история, что был один профессор, музыковед Сахаров, была его фамилия, был симпозиум в музее, и симпозиум был, тема была фольклор. И этот Сахаров, он так сказал, что основа советского джаза – это гурийская климанчули. То есть это очень сложная полифония. Я абсолютно с ним согласен, потому что джаз – это источник фольклора. Я так чувствую и знаю. А фольклор, который вот у нас, у грузинов, в душе и в крови, это музыка, которая абсолютно говорит и показывает, и доказывает, что это свободное мышление, это народный внутренний свинг. Я очень счастлив и горд, что у меня в эти мои годы есть возможность показать всему миру нашу грузинскую культуру и наш подход к современному блюзу. Это Вы видели когда-нибудь счастливых слонов? Да, это я. Один из них он. Спасибо, Робочка. Спасибо, дорогой. Такой современный Тбилиси. У нас нет небоскребов, но есть вполне современные здания, которыми можно гордиться. Этот мост достроили 2 года назад, и он называется «Мост мира». Это символ современного Тбилиси, именно «Мост мира», который соединяет берега старого Тбилиси. Мы смогли вам показать только маленькую часть современного Тбилиси. Но самое главное, что город выглядит не только в виде зданий, улиц, проспектов, площадей. На самом деле современный Тбилиси – это совершенно другие люди. Это люди, которые живут в этом городе, это люди, с которыми я живу вместе, это люди, которые будут строить не только Тбилиси, но и Грузию. Это будущее нашей красивой страны.